Сторожа? Петя, ай-яй-яй, блин, где Петя? Петя, я сказал сюда бросать. Капу куфериастра, чтобы он туда падал. Мате, сели на колени. А что звать вы? Кузадница. Сели. Еще раз шею, уши разогрели. DJ Kalpak, Formacja London, ambasadori projektu Dance for Life in Moldova, Formacja Toto, Invita Speciale. Когда у нас выборы? Знаете, куда идти? Нет. Знаете. Кто идет, тоже знает. Ну, за кого голосовать, вы уже себе выбрали. Не знаю. Я не знаю, это уже ваши проблемы. Там под первым номером мафия первая, под вторым номером вторая мафия, под третьим третья, под четвертым четвертая мафия, под пятым пятая мафия. И много независимых мафиозников. За лупу отдельно голосовать. Так и скажем. Все, готовы? Боремся. Джиме! Артем Залупа. Залупу готовит, извиняюсь. Вообще вот классный мужик такой, красивый, видный, блин. Ну, против системы не попрешь. Ну ничего нельзя сделать, блин. Если ты чуть-чуть взял, тот чуть-чуть взял, тот чуть-чуть взял, ну невозможно сказать. Тут говори, не говори. Вот так бы они работали все 4 года, блин. Правда, при коммунистах как-то полегче стало, блин, будем там, преступности. Осторожно. Ой, Ени, какое падение. О, Ваня Погорский, жопа, Новый год. За двумя руками за шею не бери. Ну, цени, да, не надо брать. Не надо, нет, за куртку возьми. Ты же ему шею оторвешь так. Ты знаешь, какая у него мама? Она мастер спорта по карате. Я выиграл? Да. По яйцам бьет один раз. Насмерть. Вася, зайди назад, сядь, что ты впереди, блин. А, это Артем, коп, сзади, и все. И бочи его, сел впереди. Смотри, Вася даже не борется с тобой. Давай, Артем! Пацан, какой мощный, блин. Какой худенький, молодец, блин, Паша работает. Да, Артем, супер, да, уходит. Вот и все, вот моя работа ушла, блин. Кто-то пойдет в институт, там еще что-то, если поступит хорошо. Вот моя работа ушла. Данилюк. Ой, блин, ну, в принципе, он неплохо был, он неплохо чувствует, знает, борьбу. А ты посмотри на его живот, это же батарея. Что он уже, блин, задыхается, что, блин, дискотека, наверное, там, сам красивый, блин. Он уже... А, не курит. Это Данилюк тоже не курит, но может слишком. Ну, Миша, переходи на удержание. Смотри, он. Ну. Голову прижми к себе, Миша, ногами. Молодец! Лицей! Спортивный номер 2. Ну, подними его вот так. Прижми ему ноги к голове. А что запустил его, Миша? Что-то сделал? Ты же не сделал вроде ничего. Кто там? Гатман, Толик, скажи ему, вы боец, уже ушли, уже не считается. Держи, считаться не считается. За ковром. Зайди и удержи, что ты его отпускаешь. Вот так, да. Хорошо, давай. Можно
У меня. Так. Списка даже гуманоид есть. Да ты, курочек, делай, пока не становись, бороться я тебе не дам, так и быть. А вот где ты был, где ты вот это сделал, блин? Вот, работай, блин. Иди. Да. Будешь, хочешь бороться или качаться? А? Давай. Куртку повесить там. Зайди, посмотри, там очки у меня есть. Не-не-не-не. А, есть, не надо. Вот и все. Мате. Хаджиме. Подай большой пить по дорожке. Я хочу увидеть, когда там, да, я товарищи, понял, что еще? Я когда прохожу на базар, я вижу, что где деньги валялись, по полной деньги. Я говорю, я когда прохожу на базар, ничего не вижу, говорю, вот здесь купил, здесь продал, купил, людей не потакало. Артём, где ты руку держишь? Болит рука, тряпка. Так не борись, давай я тебе дам отдохнуть. Стоп, Мате. Вчера был? Не был. Никогда не мог. Не знаю. Все, отжимай. Просто гаража бегаю, да? Давай. Свет погасил там? Посмотри, пожалуйста. А, да, есть там, пошли качаться. Скажи ему, что надо дальше бороться, удержание делать. Смотри голову. Смотри голову. Вот так, молодец. Стоп! Аккуратно. Ты же видишь, что там край ковра. Ты же ударишься головой. Ты ему что-то сказал, скажи, Саша, стоп. Юра. Сашенька, Мате. Саш, Мате. Так ты ему скажи, что ж ты. Он не видит. Ты же-то борешься там. Вот и он продолжает. Что, девочка, что ли? А, это Виктор. Саша, подсечка изнутри. Только под пяточку. Не под колено, а под пяточку.
Сережка, сразу руки от... держи, захват отпусти, уйди вниз. А снизу потом можно взять за две ноги. Если 5 секунд на коленях, потом можно за ноги хватать. В партере за ноги можно хватать. Вот, хорошо, молодец. Или тебя тогда он хорошо научил, или он специально поддается. Наверное, все-таки научил хорошо. Правой, правой. Он левша, правой рукой, Миша, а потом левой. Последняя минута. С колен, Сашенька, надо делать. Вот хорошо подвернулся, все. Этот приемчик с колен, потому что он... Достать пояс, Вася, он левша, и ты левша. Отлично, да. Время.